значит, я поблагодарил ребят в раздевалке и в целом за сезон, и за эту игру. В принципе, они старались и делали все, что могли. Много нам вместе пришлось в этом году пережить. Ну, как говорится, каждый из них внес посильную лепту в результат. Что касается сегодняшней игры, ну, в принципе, оказали достойное сопротивление. Но для того, чтобы обыгрывать Батэ, этого оказалось мало. Прежде всего, нужно не допускать такие детские ошибки в обороне. Ну что ж, будем надеяться, что это издержки роста, и мы это преодолеем. Спасибо. Я хочу в первую очередь поздравить наших болельщиков с чемпионством и с тем, что они заслужили этот праздник. И я очень доволен, как ребята отнеслись к сегодняшней игре. Я очень доволен их не самоотдачей, отношением. И сегодня было непросто. У нас был непростой сегодня соперник, и мы очень довольны, что его обыграли. Также мы довольны тем, что сегодня сыграли сзади на ноль, потому что у соперника очень хорошая группа атаки. Мы акцентировали на это внимание. Ребята справились. Хотя в первые минуты матча, особенно 10 минут, 15, наверное, они создали нам проблемы. Но в целом я благодарен ребятам за их, еще раз повторюсь, за их самоотдачу, и молодцы. Спасибо. Уважаемые коллеги, сейчас вопросы. Но задавая вопрос, перед тем, как задать вопрос, представляйтесь, пожалуйста. Благодаря сегодняшней победе Батэ, Батэ набрала больше половины очков со времени вашего награждения на посту главного тренера. Вы довольны таким результатом? Следующий вопрос. Вот вы знаете почему. Можно еще. Алексей, после окончания второго круга вы сказали, что вы устроили импровизированное собрание, где поставили задачу на второй этап чемпионата. Но не сказали, какую. Можете теперь ее озвучить, как было значит? Задача, ну, естественно, учитывая то, как мы сыграли два круга, хотелось, по крайней мере, на это надеяться, что мы поборемся за медали. Но все-таки первая шестерка – это отдельный турнир, и здесь нужен другой, так сказать, уровень мастерства, которого, ну, некоторым нашим молодым игрокам явно не хватает.